11 класс. Я что, похож на человека, который выполняет задания в срок? 1 курс. Я что, похож на человека, который выполняет задания? 4 курс. Я что, похож на человека? Я сейчас. Я что? Продается один скептический хомяк. Он смотрит так скептически на тебя, как будто ты ничего не можешь правильно сделать. Это сводит меня с ума. Я не могу больше выносить этот осуждающий взгляд. Его зовут Олаф. Кто пишет, он будет очень скептически смотреть на покупателя, будто спрашивает, ты собираешься потратить 20 евро на хомяка? А поделитесь, кто уже перешагнул 30-летний рубеж? Действительно все так страшно? Мне просто 28, пока все хорошо. Кто пишет, это можно узнать, только перешагнув этот рубеж. Первое правило 30-летних – не говорить о 30-летии. А второе – видев стиральный порошок по акции, бери две пачки. Девушки, ненавижу свои волосы, ни одно средство не помогает. Парни, после мытья головы гелем для душа. С такими лучше не связываться. Сыны Альцгеймера. Где мой байк? Кто пишет, он тебя отфигачит, забудет, что уже отфигачил и снова отфигачит. Страшные люди. Еще кто пишет, не злопамятные. Да вообще не памятные. У тебя такие красивые голубые глаза. Это синяки, глаза выше. Так и живем. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборка мемасов. Поехали. По возможности не покидайте пределы своего загородного дома. За продуктами лучше отправить личного водителя. Елена Малышева рассказала россиянам, как избежать заражения коронавирусом. Это уже нифига не норма. Ну да, не у всех есть личный водитель. Когда в доме были котята, наш пудель отнесся к ним спокойно. Каждый день дети ходили бояться страшного старого пса. Стайкой подлетали к нему и дрожащими голосками шипели, аж хвостики дрожали. Пес лениво открывал один глаз и с выражением вселенской усталости на морде выдавал «Ну, гав». После этого котята с невероятным восторгом разлетались в стороны. Говорят, третья волна коронавируса будет в марте. А можно сразу озвучить, сколько сезонов в этом сериале? Сил уже нет. Главное до конца досмотреть. В сети появились сообщения, что фанаты PlayStation покупают Xbox Series, разбивают ее на камеру, чтобы доказать свою верность Sony. Больные люди. Тем временем Microsoft. Да-да-да. Чтобы доказать свою верность Sony, надо просто не покупать Xbox. А вообще, по-моему, сильно большой разницы нет в том, какая у тебя приставка. Лишь бы она была. Немножко огнетушитель. Нашел это чудо в офисе, вопросов до сих пор больше, чем ответов. Кто пишет, это детеныш огнетушителя, верните его обратно в гнездо к маме и папе. И запомните, нельзя его трогать, из-за вашего запаха мама-огнетушитель может не принять его в гнездо. Похоже на лампу, из которой должен вылезти джин. А из этого огнетушителя, наверное, должен вылезти пожарный, если его потереть. Ну, огнетушитель потереть. Предлагаю снять фильм про переводчика в названии фильмов. В оригинале он будет называться Translators, а в русском прокате выйдет под названием Идиоты. Иронично. Вот что получается, когда ты хочешь сделать себе тортик на день рождения, но у тебя кривые руки и больное воображение. Убей меня. Что ты такое? Знаешь, что на фотке? Охраннику в супермаркете не выдали термометр. И он всех целует в лобик на входе. Забавно. Знакомиться в Инстаграме – глупая идея. А где можно? Я серьезно. В бассейне, конечно, и фигуру видно, и косметика смылась. Так там и мою фигуру будет видно. А вот это уже проблема. Новый интересный фэшн-тренд из Китая. Покажи, насколько ты худая, удержав рыбку во впадинке над ключицей. Чем больше рыбка, тем лучше. Кто пишет, щуку туда надо положить, да и норм. Что за впадинка? У меня вообще такой впадинки нету. А, ну я же жирный, все сходится. Житель Британии поделился фотографией, как утром к нему пришел снайпер из полиции, чтобы занять наблюдательную позицию. А что, так можно, да? Вам это, чаю, кофе? Моя кошка уснула с последним кусочком пазла, который мы искали больше часа. Кто пишет, который мы искали больше 10 лет? Если бы ты был животным, то каким? Пристрастившаяся к колбаскам кукабара стала слишком толстой, чтобы летать. Кто пишет, я упорно видел кролика на картинке, пока читала про кукабару. Ну да, если представить, что слева это не клюв, а ушки, а мордочка смотрит вправо, то немножко похож на кролика. Друг, если тебе понадобится помощь, позови меня. Я ок. Спустя какое-то время. Теперь нам двоим нужна помощь.
Праздновать свадьбу надо так, чтобы на нее приехала Гермиона. Кто же там и Гарри, и Рон приехали, просто они магических зелий перепили еще на стадии выкупа невесты, и сейчас лежат в салоне. Они просто оборотное зелье выпили. В детстве для счастья хватало пару деревьев и кустов. Враг, деньги, вертолеты, штаб. Кто пишет, аптечка, гигиена, арсенал. Ну да, так и было все. В ветклиниках нового образца при оформлении спрашивают фамилию владельца и кличку животного. А потом в холле вызывают Изабеллу Пуговкину, Ричарда Самойлова или Саманту Пузикову. И все ржут. Кто-то только глазами, а кто-то и вслух. Фотографии, сделанные на фотоловушке в лесу. Что там, черт возьми, у них вообще происходит? Кто пишет, даже у животных жизнь намного веселее и интереснее, чем у многих людей. Атлан совсем скоро расправит свои плечи. Так и вспоминаю, как берешь с бати эту штуку и задом пятишься, она тебе по ногам так тух-тух-тух и материшься, проклинаю все на свете. Финский гонщик Формулы-1 Валтери Боттас вызвал негодование Китая. Он провалил гонку и потерял шансы на титул. На вопрос журналиста, если бы он мог вычеркнуть из календаря один день, то это был бы сегодняшний день, он ответил: «Этот день я вычеркнул бы из жизни. Этот или тот день год назад, когда в Ухане купили летучую мышь, произошел троллинг». Чем южнее, тем сильнее становятся комары. Да ладно, все равно есть антикомариный спрей. Южные комары. Кто пишет, стреляю в комаров лаком для волос. Мега фиксация, 10 из 10. Комарики на лету застывают и падают. Собираю, расставляю на столе уже две армии. Намечается великая битва. Миша, 37 лет. Офигенная идея. Валера, 42 года. Мама, самое главное это образование. Вот диплом получишь, для тебя все двери будут открыты. Двери, которые открылись мне, когда я получил диплом. Держитесь крепче, киберпанк уже здесь. QR-код в туалете? Не ссы на ободок, понял. Эти заснеженные ели с гирляндами выглядят как запуск шаттла. Вау. Господи, ну наконец-то нашли решение для них. Шарфики для лодыжек. Кто пишет, носки? Я для тебя шутка какая-то. Ну да, можно ж просто носить носки. В Горно-Алтайске преступник угнал машину со спящим внутри хозяином. Вор залез в машину, начал движение и вдруг услышал голос с задних сидений. Это был хозяин авто. Угонщик представился таксистом и попросил мужчину назвать адрес, где он проживает. Пьяного бедолагу нисколько не удивил факт того, будто он едет в такси. Доставив его по адресу, злоумышленник высадил хозяина и благополучно скрылся на угнанном автомобиле. «Не ругайте его, он только начинает!» Кто пишет, даже крысы умеют рисовать, а ты нет. Учитель, все достаньте свои Т-образные линейки. Все, что? Учитель, вздыхает, свои алмазные кирки. Правительство Челябинской области, Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства. Кто пишет, похоже на надгробный памятник строительству, инфраструктуре и дорожному хозяйству. Сегодня обнаружил, что самый вкусный кофе это когда приходишь домой с работы, где не успел даже водички попить за весь день, а на кухонном столе стоит чашка недопитого утром. Балдеж. По домофону очень легко угрожать, просто звонишь в любую квартиру. Откройте дверь. Не открою. Я знаю, где ты живешь. Как же приятно, когда покупаешь виноград, а в комплекте идет мягкая игрушка. Вот это забота о покупателях. Кто пишет, киш-мыш? Киш-миш, киш-мыш. Не выходите из чата, пожалуйста. Не выхожу, а долго еще не выходить? Мне потребуется еще несколько минут. Жду. Я построю маяк до неба, я на небе зажгу звезду. Чтоб где бы ты ни был и с кем бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. Ария, соль из мюзикла «Алые паруса». Хатику хотя бы подкармливали прохожие. Да ладно, ты ж просто в телефоне ждешь. Ты можешь пойти поесть, положить телефон, что-то поделать другое пока. Когда попал в дебильную ситуацию, но делаешь вид, что все нормально. Гы-гы. Зато консоль новая. Кто пишет, как же он офигеет, когда узнает, что игры на нее нельзя скачать с торрента, а он только покупает за 5-7к. А может он миллиардер, просто живет вот так вот. Не знаю, почему вас называли поколение Пепси. Я вырос в провинции, я был поколением Дюшеса на разлив. И Юпи. А я поколение воды из колонки. Ну да, мы тоже пили из колонки. Ночью показалось, что нет обоняния. Вынул из холодильника копченое сало. Обоняние есть, а сала больше нет. Проверка прошла успешно.
Меня в армию отправили с минус 6. В итоге даже объявили благодарность за отличную стрельбу. Стрелял на звук? Ха-ха, не, носил линзы круглый год. Никто и не догадался, что я в линзах служил. Плюс к тому же я был водителем-электриком, и за мной был КамАЗ, хотя у меня не было ни прав, ни диплома электрика. Слепой водитель на КамАЗе, стреляющий на звук, непобедимая армия. В линзах можно служить, но нужно натирать каждое утро до блеска гуталином. Пожалуйста, не отправляйте заказчикам документы, в названии которых есть слово «финал». Они воспринимают его как вызов. Какие осознанные сны, у меня бодрствовать осознанно не очень получается. Когда друг сказал, что не будет брать PS5, а лучше купит новую видеокарту для своего ПК. Мозговая активность, мы уловили мозговую активность. Да ладно, кому что по кайфу, тот то и покупает, какая разница? Должна признаться, я родилась не в своем теле. Я должна была родиться в теле опоссума, чтобы бежать и орать, а не вот это вот все. Лайфхак, который 100% работает с роботом Сбербанка. Когда он спросит, чем он может вам помочь, выдохните и спокойно скажите в трубку. Это пипец какой-то. Не знаю почему, но после этой фразы робот сразу соединяет с живым оператором. Видимо, в алгоритм его поведения внесена эта фраза. Как крайнее отчаяние, после которого клиент может уйти. Кто пишет, эта ключевая фраза использовалась еще теми, кто программу этого бота писал. Вот он на нее так и реагирует. Я старомоден в ухаживаниях. Сначала цветы, конфеты, свидания, подарки. И только когда девушка все это для меня сделает, может рассчитывать на что-то большее. Романтик. Ань, куда ты 8500 потратила только что? Я проснулась и не чувствовала запаха, испугалась, вдруг корона. Пошла купила духи, чтобы проверить, чувствую или нет. Все хорошо, чувствую. Я так тоже умею, сейчас с дивана встану, покажу. Час уже прошел, ты там как? Кто же сразу так резко встает? Аргумент. Когда ты и твои друзья чудом выжили в драке с бродячими собаками и отправились есть мороженое. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, зацените другие мои видосы. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.